танцует сольно или дуэтом в любом жанре и для любой аудитории. Робот Валера стал настоящей сенсацией вечера. Кроме танцев, он способен поддерживать диалог и даже остроумно пошутить. Еще одна звезда презентации – ведущий Арсен Карапетян. Даже немного растерялся. Вы знаете, я обалдел, когда я первый раз его увидел, пообщался с ним. Он мне отвечает, причем отвечает очень грамотно, учитывая, что ему всего годик, но он очень много знает. Мне кажется, это будет отличный перформанс при встрече гостей. Ну и знаете, когда, особенно на свадьбах, на мероприятиях, конвертиками с деньгами дарят, можно ему отдавать, чтобы он увозил. Ресторан «Маркштадт» проводит презентацию промо-робота. Это уникальное предложение на рынке рекламы и развлечений Челябинска. В зале собрались профессионалы этой сферы. Сотрудники праздничных агентств, служб продвижения и маркетологи. Даже представители дворцов культуры. Екатерина Рейш с мужем работают в собственной продакшн-студии. Занимаются фото и видеопроизводством. Стараются не пропускать заметные презентации, следят за техническими новинками. У нас на самом деле бывают различные задачи по съемкам и порой неожиданные, когда нам нужно отстроить какие-то локации, нам нужен сложный реквизит или идеи бывают такие, что приходится обращаться к инженерам и так далее. То есть, в принципе, я думаю, что почему бы и нет, почему бы и нам не использовать, допустим, в видеопроизводстве такого рода технику. Меня зовут Валера. Промо-робот старается подружиться с гостями вечера, объезжает весь зал. Он ему хорошо знаком. В Маркштадте Валера встречает посетителей, здоровается, даже бокалы подносит. Со всеми робот с явным удовольствием фотографируется и позволяет себя обнять. Как это мило! Робот уже выезжал за пределы этого зала, проводил презентацию в автомобильном салоне и, конечно, стал гвоздем программы. В таком же восторге, обещают владельцы чудо-техники, останутся гости на любом событии, где он появится. Валера сможет украсить промо-акцию, корпоратив, свадьбу и вообще любой праздник. Профессионалы индустрии развлечений это оценили сразу же. Угадывают те, кто также идет ногу со временем. То есть, если сейчас робототехника и те же самые роботы можно использовать в развлекательной сфере, то первый, кто это попробовал, я думаю, они угадали, потому что, ну, это правильно, это круто. В самом ресторане «Маркштадт» робот Валера станет хитом нового сезона. Уже в конце августа обновленным и современным будет все. Интерьер, меню и, конечно, развлекательная программа. Светлана Свечкарева, Наталья Драчева, Павел Чернега, УТВ.